Короче, это такой вложик. Мы сейчас выезжаем в Сочи на Grounded, поэтому сейчас пока собираем сумки. Моя сумка уже в тачке. Короче, последнюю неделю уже тачка начала подводить перед вот этой поездкой, получается, в Сочи. А сегодня я днем, короче, выезжаю, даже ближе к вечеру. У меня, короче, стойка стабилизатора приехала, блядь. Машина стучит, гремит, короче, гудит, то турбина отлегла, короче. То актуатор, то еще какая-то хуйня. И все это перед тем, как, блядь, мы едем, получается, в Сочи. Вот, но, блядь, поездки жить. Сейчас, короче, мы поедем, заберем ребят, Жору и Лилу. И, короче, двинем уже в Сочи. Поэтому граунду быть. И мы на него точно попадем, потому что я уже 2 года на него стараюсь попасть, и мне никак не получается, никак не хватает времени, поэтому в этом году 100% я там буду. Нажимаешь первый. Йоу, бамбу. Эльмира, когда попадает в мои влоги, короче, у нее очень странные какие-то моменты, блядь, вот всегда. Вот, можно, короче, сделать нарезку с нее, блядь. Не, очки классные, типа. Я Немо. Немо? Или Нео, или Немо? Допустим, я. Спецэффекты. Да, это типа пули летят, я такая, о, нет, нет, нет. Нет, 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 ламбада. Короче, все, мы выезжаем. Короче, сейчас решил посмотреть, что ебет там, ну именно, что происходит, блядь. Ничего ли не открутилось, потому что звук такой, как будто у меня там просто пизда, блядь, короче. Вот, ну у меня, видите, вот, что-то, короче, подлегло. Подлегла машина, чуть просела. Но это из-за того, что, наверное, она сейчас на бордюре. На ровную поверхность выйду, посмотрю. Так, короче, то ли стойка стабилизатора, то ли сама стойка. Хуй пойми. Что-то, короче, такой звук глухой. Поэтому, короче, сейчас глянем. Приехали до Жоры, загрузим их в сумку. И двинем дальше. А вот Жора, блядь. Я с камеры уже... Бля, у меня, слышишь, видел машина, как села? Села? Угу. Ты стоишь на бордюре? Да нет, я сейчас с бордюра съеду, посмотрю. Бля, у меня такой звук, а потом у меня сейчас колесо нахуй оторвется. Понял? А ты не закручивал колеса, блядь? Блядь, вот я сейчас тоже это хочу проверить. Нет, как бы не в колесе дело, да ты есть. Мне кажется, не в колесе дело, а в этой стойке ебаная нахуй, понял? А где она? Стабилизатора? Да. С другой стороны. Короче, хер его знает, что это за хуйня, но очень больно и интересно. Я думаю, короче, когда с Сочи приеду, уже гляну. Я просто думал, что, короче, оторвалось колесо, но... Давай я посмотрю. Я думал, что оторвалось, короче, колесо... блядь, не закручены болты, но, как видите, они, короче, все закручены. Это вот сейчас самое главное, чтобы оно нахуй не отъебнуло по пути, блядь. Проверить 2 минуты, блять, а если вот так вот реально, если колесо на трассе оторвется, может обойтись целую стоимость автомобиля, блять, понимаете? Ну и тем более жизни там, да, если взять уже так особенно более глобально. Сразу нахуй, что, не? На шинку ебать, я с тобой пойду. Она снимает? Да, она снимает. Я сейчас буду, блядь, разом. Все, выезжаем в Сочи. Мы уже почти в Сочи, в Краснодарском крае. Вот, на перевале, короче, сели чай попить, пописить. Дела сделать мужские. Ребята объясняют. Вот он, Жора. Стиль, это все. Когда погаснет свет, замигает из окна. Глаза панельных домов, дым как во сне. Никому не говори, я покажу тебе район. Перерой этот шкаф, как же идет тебе. Папин олимпост, мамин плащ, 18 есть. Мало, идем со мной, ты поймешь, что на самом деле тащит. Стилёва, стилёва. Пробивает ритм стену, вот-вот отделанный свежак. Стилёва, выглядишь так клёво, но что ты готова взрослым пацанам рассказать? Но-но-но, стилёво. Улетаем снова. Медленно по шее машет первобытный кайф снова. Короче, мы в аху, она хоть её дальше, блядь, раздвинула. Чтобы она уебалась, да. Короче, время, блядь, 8:26, мы еще едем, блядь, показывает 3 часа, блядь, она никак, эту затрешку мы никак перевалить, блядь, не можем, нахуй. 3 часа
показывает, что мы будем 12. Вот. Уже заебало нахуй все. Кайф вон там вот грузануться. Вот наш отель. Вот этот хуило, блядь, спереди едет очень долго, блядь. Заебал, блядь, если честно. У нас нету бензина, блядь. Следующая заправка через, блядь, хуй пойми сколько, блядь. А этот час никак закончиться не может, блядь. Поэтому, короче, выживаем как можем. Переходик, переходик, стукни, стукни, блядь. А? Стукни, переходик сделать надо. Да, ну что, ребят, вот мы и приехали в город Сочи. Мы заселяемся, заселились. Горький город. Горький город. Вот такие вот, а ну покажи, какие тачки рядом на улице стоят. Вот такие вот стоят тачки. Фу, подсъем, 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 подсъем. Вот такие вот стоят тачечки. Короче, сейчас мы... Сейчас переоденемся. Да, переоденемся, пойдем купаться в бассейн. Короче, все вам покажем. 19-19 решетка. 19-19 решетка. Мяу. Мяу, ебать. Бля, мне, короче, по кайфу вам уже показать целую движуху, но для того, чтобы показать вам движуху, нужно навести порядок в вещах. То есть сейчас все чутенько разложить, короче. Полностью обжиться, искупаться в этом, например, бассейне. И уже двигать. Мы вот так магическим способом открываем отверстие. И попадаем в самую прекрасную комнату. Гляньте, какой. Кстати, на удивление, номер стоит 2800 на двоих в сутки. Нормальный номер, я вам так скажу. Чайник есть, тарелки есть. В ящике не заглядывал, давайте с вами заглянем. Холодильник есть. В холодильнике меню бара, конечно, нету. Ну да ладно, есть бар такой, вот так, так и так. Вот такая у нас ванная комната, точнее душевая. Вместе с санузлом, со всеми делами. Полотенчика висит для рук. Ну вот двери и жена платит. Вот. Здесь такой холодильник. Ух, холодильник. Шкафчик. Как его? Шкафчик, да. Шкафчик, в шкафу ничего нет. Вид у нас, ребята... Юбнитесь нахуй, гляньте. На промзону. А что там, что там, что там? Вот, ну игра какая-то. Вот. Короче, вот так вот. Сейчас пойдем купаться, отдохнем, передохнем. Я уже выйду с вами на связь, буду показывать вам тачки, которые стоят на улице. Короче, на въезде стою я. Стоит тут классная такая крутая гора, потом стоит гольф. Идем дальше. Идет Рено, не знаю, что это, Клио, либо же еще какая-то, но не разбираюсь с них, сейчас пойдем посмотрим. Но это спортивная какая-то версия, это точно, Seven Force. Такая здесь стоит Реноха. Это, наверное, Клио. Не шарик, короче, напишите, что это за Реноха. А вот нализанная бэшка, да, шестерка, купешка. За углом еще такая малышка стоит, это, по-моему, NSX. SX-180 на стекле написано, подсмотрел, Ниссанчик. Такая вот. Сейчас еду в магазин купить сушняка, подснять вам по пути какие-нибудь тачки. Просто, быстро ходом. Потому что именно вчитываться и вглядываться, я, короче, именно какие-то определенные машины хочу. Хочу более уместить вам движухи, которая здесь будет происходить. Которая именно мне понравилась и которую хочу я передать вам, то есть через камеру. Потому что я и хочу и погулять из Сочи, и вот эта дрифтовая движуха. Все, что связано с именно самым граундом там. Сейчас двигаем магазин, берем сушняка и пиздуем бассейн, потому что я заебался. Васюшка и пельмени ебашит. Просто вот оно, наше заведение, блядь, пельменное. Какие бы мы, короче, рестораны сейчас не выбирали, блядь, вот это вот нахуй оправдает себя, мне кажется, вообще, блядь. И в борще жулином, который он хочет. И в пельменях. И в пельменях, которые мы хотим захавать. Короче, сейчас, блядь, плотно пожрём. Ты говоришь. Короче, по поводу пельменной отбой. Жора не захотел, мы отказались. Идем сейчас искать другое заведение. Я думаю, мы сегодняшний день сядем куда-нибудь поесть. Обязательно это сделаем. Дай бог. Да. Опа, опа, опа. Вот это дрифт. Это что, уже началось граунд? Это граунд? Короче, сейчас двигаем пожрать, нахуй, потому что с дороги мы только покушали Макдональдс. Но я особо есть не хочу. Но поесть надо. Поесть надо, вы да. Понимаете, да. Потому что потом вариков не будет. Вообще. Поэтому, короче, мы сейчас поедим
и двинемся. Ну, я сдвину эту тачку помыть, а ребята не знаю, куда они, влог куда-то по своим делам. Влог чисто будет о еде, короче. Да. Поедим, а потом... Сегодня такой тухлый день. Может быть, сегодня на Ахун поеду. Ну, я просто хочу, но не знаю, как, короче, по состоянию, как оно будет на самом деле, потому что всю ночь не спать, еще все на ногах целый день, и потом... Ну, короче, посмотрим. Без разницы. Посмотрите, какой ля-ля. Привет. Это он типа ездит, короче, доставки перевозит. Я, конечно, как мамонт, блядь, но вижу первый раз вот такую хуйню в Рашке. Поэтому... Россия эволюционирует. Я думаю, мы в этот раз определились с местом. Короче, number two, я как говорил. Минус. Хуйня, а не заведение. Идем дальше. Ищем заведение 3. Я думаю, третий раз он, сука, завершающий, блядь, и мы его найдем. Ну что могу сказать, дамы и господа, мы, по-моему, нашли третье заведение, в котором мы сейчас благополучно отправимся всей нашей дружной компанией. Яндекс.Доставка доставляет какие-то заказы, мы двигаемся в сторону третьего ресторана, мы его, мне кажется, 100% выберем. Загадывать не буду, посмотрим по обстоятельствам, поэтому двигаемся к третьему заведению. Да ну нахуй, вы просто понимаете, что вот этот перец, нахуй, мы обошли, сука, три заведения, а то и больше, блядь. Девчонки куда-то туда попиздили в бомжатню, нахуй, а мы знаете, куда идем, ебать? В ровное, нахуй, блядь, пацанское, сука, заведение, названием столовая, блядь, ну там не видно, конечно, вам, но там столовая. И рядом, знаете, что? Что еще раз, что там рядом, скажи? Красно-белая. Красно-белая, нахуй, понимаете? Вот оно, ебать, родное место. Как говорится, тот, кто ищет, тот всегда найдет. Гляньте, сколько тут вкусноты разные. И хот-доги, и блины, короче. И все на свете. Шо, молодежь. Вот он, завтрак чемпионов. Лучше любых ресторанов, блядь. Гречка, куриная котлета и гороховый суп. Сейчас это все дело хаваем. Короче, мы приехали в Сочи парк, вот. Решили, короче, не ехать на Ахун, в пизду, короче, я очень сильно хочу спать. Сейчас пойдем к морю, просто, короче, посидим, пообщаемся, отдохнем, завтра уже будет сам граундед. Доброе утро, друзья, вот она, утренняя аффирмация на граундед. Эльмира готовится на нее. Знаете, как готовится? Как будто к дрифту, знаете. Так, я буду Пашу снимать. Вот, смотрите. Всем доброе утро. Мы сейчас, короче, проснулись, переоделись. Вместо кепки одели панамку. Вот. Что мы сегодня будем делать? Короче, сейчас едем на Красную Поляну фотографировать Эльмиру, вот, которая за кадром стоит. Мы ее пофоткаем, а может быть тачку пофоткаем. Покушаем, позавтракаем. Завтракаем и, короче, двинем на граунды, потому что в 11 часов он начинается и, ну, до вечера, до 6, ну, вообще до 8, но, может быть, пораньше уйдем, там, пойдем погуляем перед сном. Вот, сегодня чисто у нас, короче, автомобильный день, потому что я сюда ехал только, блядь, из-за этого, честно вам скажу. Ну, и на море покупаться. Вот, сейчас, короче, едем на Красную Поляну, туда, дальше Сочи, правильно? Ну, я не знаю. Короче, туда, вот, не знаю, не разбираюсь здесь, короче, дальше Адлера, вот мы сейчас, да, Горький город, живем, и дальше едем на Красную Поляну. Вот, там пофоткаемся и двигаем уже дальше в этот, на граундед. Поэтому до встречи на Красной Поляне. Подписывайтесь на мой канал, на Павел Ванунова Владимировича. Четыре-четыре, короче, мы приехали на Красную Поляну. Вот она канатка, вот она Эльмира, вот он я. Поэтому идем, короче, фотографироваться. Я
честно, не знаю. Сейчас посмотрю. Мы поставили на парковке. Сейчас посмотрю, короче, где тут, знаете, может быть, кто знает. Короче, есть круг здесь. Знаете, такой круг, туда типа тачку ставят, и там фотографируются прямо на этом кругу. Вот именно сейчас мне интересно узнать, где этот круг. Я туда тачку поставлю и пофотографирую ее. Вот. Поэтому, может быть, рилс какой-нибудь посниму, не знаю. Поэтому, короче, как-то так. Сейчас двигаем смотреть. Ну и двигаем ее фотографировать. Вот так вот, короче, выглядят съемки для моей жены. Вот она, видите, сидит уже на экспозиции такая. Или как он, позиция правильно. Сейчас, давай. Как... Вот так вот выглядит Красная Поляна. Те, кто, блядь, не знал, нахуй, ебать, не видел ее. Я тут в первый раз, и тут ни разу не был. Был, короче, в Домбае, был в Архизе, был на Эльбрусе, но на Роза Хуторе не был. Вот. Ну, просто я не знаю, я считаю, что Роза Хутор — это неоправданные суммы, которые очень дорогие. Я как-нибудь хочу. Не знаю, я здесь не был, тоже пищу за суммы, но просто мне ребята рассказывали, которые ездили, блядь, что, ебать, тут космос денег, очередя ебанутейший, нахуй. Вот, поэтому для меня самый лучший горнолыжный курорт пока что остается — это Архиз, потому что вся инфраструктура, которая там сделана в плане горок, в плане очередей, все так круто, вообще быстро, это Архиз. Больше, блядь, нет. Ну, не суть. Мне сейчас не об этом. Мы вернем еще мадам это сфотографируем и едем уже в сторону, да, завтрака, дома и граундета. Поэтому как-то так. Едем, короче, двигаем. Двигаем, двигаем, все, блядь, нахуй, стоим на месте. А, и те, кто, короче, не подписан на мой канал, подписывайтесь. Потому что сейчас не буду загадывать, не зарекаться, потому что буду увидеть, короче, не хочу зарекаться, чтобы не самому себя не сглазить. Буду увеличивать темпы роста в плане роликов, количество их шортсов, влогов и так далее. То есть постоянно попытаюсь с собой носить камеру. Всегда в этом говорю, сука, оно не ношу, блядь. Еще надо с Беларуси влог смонтировать. Я жду пока заказ. Будущего приятного аппетита. Выставляю истории. Кто не подписан на мой инстаграм, подпишитесь. Ссылка в описании будет на мой инсту. А также на мой телеграм. Вот. Тут вы в прямом эфире увидите все, что происходит. Короче, всю мою лайв-жизнь. Поэтому инстаграм — это, короче, прям one love. И также ютуб. То есть ютуб — это более такой структурированный ролик, а здесь более такой лайв-контент. Пожалуйста. Слышишь? Они же медленные, тут же оно не закроется. Ух, нихуя себе, блядь. Вот быстро едем, блядь. Это что, Stage 3, блядь? Как его? Ну, ветер. Ебать, блядь. Мы же Жора толстый. Выше гораздо. Ебать. Она выше. Ебать там высота. Че, Жора, как тебе движуха? Пойдет. Ну, расскажи, что да, понравилось? Да, залупа, блядь, соберем такие же машины и будем катать, нахуй. Короче, когда попадаешь на такие тусовки, именно что-то типа автомобильной тематики, хочется сразу, блядь, продать всю машину, нахуй, собрать какую-нибудь корчуху, блядь. Ну, потом ты отдупляешься, что, нахуй, это резина, это бабки и всякая такая хуйня. Резина нам не проблема. Покажи, ну, покажи выставку немножко, какие тачки, короче, здесь есть.
Вот. И пойдем дальше, куда-нибудь еще. Смотри на какую-нибудь хуйню, блин. Ну, самое главное, это дрифт. Без дрифта никуда. For the big bad rules, give me them gloves and a big bag too. I'm a bloodhound, I'm a big bad wolf. Ride them with the hood, cause we're big bad. It's a big bad mood. Serve me pain and a dish that too. Take what's mine, it's a big bad truth. Rob that coin from a big bank, big bank. No love for the big bad rules. Give me them gloves and a big bag too. I'm a bloodhound, I'm a big bad wolf. Ride them with the hood, cause we're big bad. It's a big bad mood. Serve me pain and a dish that too. Take what's mine, it's a big bad truth. Rob that coin from a big bank, big bank. Короче, всю красоту не показать, не передать словами, да? Да. Как тебе? Супер, но очень жарко. Да, очень жарко. Короче, я не все машины здесь именно сниму. Какие-то именно конкретно сейчас, допустим, проект покажу вам лично, расскажу. Почему? Потому что вы просто посмотрите на его лавку, блядь. Да это ебануться можно, нахуй. Как можно было от этого додуматься? И, короче, у него в чем суть? У него, типа, короче, как взлетная полоса отсюда идет, вот так вот начинается. У него, если я не ошибаюсь, это называется басу-дзоку. Это, короче, типа, не креативный, слишком длинный выхлоп, я так сказал. Это, по-моему, Марк, если не ошибаюсь. По-моему, это Марк. Что-то... А, нет, это... Это Креста, короче, это Toyota Креста. Вот. Вот такая она сочная, мощная и классная. Мне еще, короче, запали в душу вот это вот. Вот это Evolution, вот это Сильвия. И вон там вот Nissan Skyline. Ну, вы в превьюхе, ой, в превьюхе уже видели, короче, именно ее. Я вам ее показывал, но не рассказывал, вот. Сейчас идем, короче, на следующий этаж, этаж выше. Вон тот вот. Вон тот этаж, туда. Там еще тоже также выставка автомобилей. Также покажу, короче, расскажу что-нибудь и быстренько подъем пробегу. This world never paid me back. Just one love never gave me that. This ain't theft, it's claiming back. This ain't theft, it's claiming back. No love for the big bad rules. Give me them gloves and a big bag too. I'm a bloodhound, I'm a big bad wolf. Ride them with the hood, cause we're big bad, big bad. It's a big bad mood. Serve me pain and a dish that too. Take what's mine, it's a big bad truth. Rob that coin from a big bank, big bank. I can't get rid of that feeling. Jump till I'm hitting that ceiling. I'm bumping fists in my demons. Ребят, короче, у меня к вам гениальный вопрос. Все, кто смотрели мои прошлые видеоролики, знают, что я, короче, купил себе Шкоду Октавию на втором стейдже. Поэтому, короче, у меня сейчас к вам самый главный вопрос. Я вот после вот этих всех автомобильных тусовок, короче, вот как я начал на них попадать, у меня все больше и больше я хочу себе, короче, дрифт Porsche. Такой, типа, либо Жигули, либо, короче, может быть, какой-нибудь там Тойоту, Кресту, не знаю, короче, на что денег хватит. Поэтому ответьте в комментарии, напишите, пожалуйста, было бы вам интересно, если бы я продал свою Октавию, купил бы себе, короче, техническую тачку, ну, грубо говоря, на вот эти деньги, которые я выручу, получается, с Октавии, и разделю их на несколько частей, то есть куплю, как бы, себе машину на повседнев, и построю, грубо говоря, там Drift Porsche. Как вам было бы интересно это посмотреть именно несколькими частями и как формата влога? Поэтому ответьте, пожалуйста, в комментарии. Я каждый комментарий читаю. Их не так, правда, много. Но я почитаю. И если вам это реально зайдет, если вам реально это понравится, и вообще этот ролик залетит какие-нибудь там алгоритмы YouTube, то мы нахуй продаем, короче, тачку, собираем Drift Porsche. Короче, я сейчас на вот таком самокате проедусь по парковочке и подсниму для вас тачки на сам граунд. Поэтому вот такая вот бэха, такой чайзер. Поехали.
вот этот влог подходит к концу. Мы сейчас, короче, на граунде, крайний день. Мы что увидели в этом видеоблоге? Мы увидели Красную Поляну, мы классно провели время, мы очень круто, такой мини-отпуск провели. Сзади меня сейчас выставка автомобилей японских, немецких, вообще всех. Мы увидели дрифт-такси, увидели очень много разных машин. Что, короче, прошу вас ответить в комментарии, понравился вам такой ролик или нет. Я считаю, он получился очень сильно такой душевный. Он показал ту часть меня, которая мне очень нравится в плане как автомобильной тематики и автомобильного блога. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте комментарии, ставьте лайки, а я буду стараться для вас снимать больше таких видео с большим контентом. Поэтому хорошего вам вечера или дня, не знаю, какой у вас там сейчас часовой промежуток. С вами был Наумов Павел, всем пока!